Здравствуйте, друзья, доброе утро. Я подустал от ответов на вопросы, как-то, знаете, мотивация снижается. И вот я подумал, надо бы что-нибудь так рассказать помимо этого. Помимо этого, вчера у нас началась новая группа, Full Time. И там народ съехался из разных мест, в частности, там есть девушка славная, которая, в принципе, как бы американская девушка, ну, в смысле, из Казахстана, оригинально. Но училась она в Шотландии, в университете, и по логистике. И вот почему-то у нее были переживания, что с работой сложно. Ребят, которые там учились в Шотландии, говорили, что в Европе с работой плохо, в логистике, там я не знаю чего, но, короче, она переживала. А поскольку она была в классе вчера, то речь зашла о том, как люди узнают о том, что мы существуем на планете. Вот, и вот оттуда вот этот разговор. Значит, и летела она обратно, там, не помню, в Лос-Анджелес, из Лондона, рейс, я так представляю. И, знаете, бывает, в какой-то момент захочется вот человеку пойти в туалет. Ну и она как бы там пошла в туалет, а там очередь, друзья, очередь. И в очереди люди мило беседуют. Вот, короче, был один дядька американский, который так говорит: ты вот чего едем, куда едем, там какие наши там дела. Ну и она ему говорит, что ты понимаешь, вот университет закончила, а как-то вот у меня внутренние переживания с работой там, с тем всем. Вот, и дянька ей говорит: ты, говорит, как домой это попадешь, погугли на Портнов Computer School. Говорит, может быть, даже вот прям твое, так сказать, решение там. И так вот девушка про нас узнала. Из чего я такое, знаете, сделал обобщение, что можно, если ты о нас не знаешь, надо просто встать в очередь в туалет. Ну, в правильном месте, друзья, поймите правильно. В правильном месте, если встать в очередь в туалет, то ты узнаешь, получишь какое-то судьбоносное решение. Вот такая у меня философская мысль. Счастливо!